Приветствую всех на своем канале. Обычно самая простая в приготовлении еда, самая вкусная. Предлагаю сегодня одно из таких блюд. Приготовим грибы со шпинатом. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится шпинат, шампиньоны, сметана, одна луковица, немного растительного масла и соль по вкусу. Луковицу очищаем и мелко нарезаем. Грибы моем и нарезаем крупными кусочками. На плиту ставим сковороду, наливая немного растительного масла. Высыпаем лук и обжариваем его до золотистого цвета. Добавляем к луку нарезанные шампиньоны и обжариваем 2 минуты на сильном огне. Затем огонь убавляем, закрываем крышкой и тушим минут 5. Далее добавляем шпинат. И продолжаем тушить еще 5 минут. Выкладываем сметану. Солим по вкусу. Перемешиваем. Еще несколько минут потушим. Наши грибы готовы. Грибы подаем к столу с отварными макаронами или отварным рисом. Посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!